Йоу, ребята, всем добро пожаловать у микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся по-прежнему в КС-очку. Сегодня продолжаем играть на сервачке Элитные Зомбарики. Все ссылочки на данный сервачок будут, как всегда, в описании. Перед началом ролика обязательно поставьте лайкосик, друзья, подпишитесь на канал и, конечно же, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видеороликов. Друзья, у меня, короче, к вам новость есть такая. Скоро подъедут новые рубрики, прям уже они отснятые. Думаю, вам понравится, поэтому ждите, ставьте лайкосики, если хотите, чтобы они быстрее появились на канале. Так, здесь джетпак, насколько я вижу, вот здесь в обычной менюшечке есть. В менюшечке вот такой вот джетпак, друзья. Ну, красиво. Мы пушку, кстати, а где пушка? Там мы пушку какую-то с вами покупали, вот этот пулемет. Вот, друзья. Ну, красиво, смотрите, короче, и нож вот такой просто годный. Так, джетпак я взял. Нет, я джетпак не закупил, к сожалению. Сейчас быстренько закупим джетпак, поиграем с вами немножечко. Думаю, будет круто и здорово. Здесь пушка какая-то, смотрите, вот эта пушка за 0 паков стоит в магазине, друзья. Вот это что я заметил, вот, посмотрите, просто можете покупать, разбрасывать и прикольно. Бесконечную энергию закупим, можем еще закупить джетпак с базукой, как я и хотел. И, в принципе, возьмем ту пушку, которая находится где? Вот здесь, правильно. Так, вот она, эта пушечка. Закупим еще с вами брони, здесь лимит брони 500. И вроде бы все, лазерные мины, только давайте, наверное, закупим еще. Пускай будут у нас, почему бы и нет. 3 штуки вроде можем иметь, да? Поставим где-нибудь вот здесь. Так, мины нужно ставить, я понял. Сейчас мы быстренько просто поставим эти мины. Так, давай, так, раунд еще не начался, окей. Цены на привилегии, друзья, пока раунд не начался, можете поставить на паузу, посмотреть на данном сервачке. Кого заинтересует, все ссылочки будут в описании, сможете зайти и купить привилегию. Все, тем самым временем у нас начинается новый раунд, и мы... выживший, я понял, спасибо. Спасибо вам большое. Так, а выживший у нас АФКши, такиешки, я все понял. Так, так быстро, так легко просто. Окейшки. Я все понял. Ну, нам по-новому сейчас нужно закупаться тогда. У вас максимум мина. Брони у нас, кстати, не максимум. Что-то за мина световая вроде бы, да? А, броню закупим по-новому. Надеюсь, у нас паков хватит. Так, что еще нам купить нужно? Быстренько с вами купить. Нужно, правильно, джетпак с базукой, да? И что-то еще нам нужно было с вами бесконечную энергию купить. Вы приобрели бесконечную энергию. И возьмем, в принципе, с вами вот эту пушку, которую я хотел. И купим телепорт экстра, вот. Годная пушечка. Так, в смысле, как я выстрелил, чем? Я не понял. Так, окей, сейчас мы расставим эти мины по-быстренькому вот здесь. А здесь сколько мин? 3 штуки вроде бы можно ставить. Да, 3 мины можно ставить. Спасибо, заразил меня. Так, мы быстренько подбираем, друзья, все подбираем. И быстренько закупаемся и улетаем отсюда. Джетпак я подобрал? Да, джетпак подобрал, все. Выстрелил, короче, сейчас будем стрелять. Бесконечную энергию купим только и все будет за бест. Все будет за бест. В кучку зомбаков стрелять нам нужно. В кучку зомбаков. А что это такое? Кстати, здесь такие спрейфы прикольные от паутинки, друзья. Вы просто посмотрите, как это смотрится. Круто, блин, друзья, паутиночка здесь, кстати, довольно-таки годна. Сейчас мы запрыгнем сюда, будем смотреть свой урон. 4500 по 200 хп, в принципе, снимает довольно-таки неплохо. Пушка однозначно годная, 2500, 3. Я понял, у нас патроны закончились. Так, с подарочка, что мы можем выбить? Вот этого я и боялся, спасибо. Гранат-вирус можем закупить сколько? 3 штуки уже закупили, да? И, в принципе, можем сейчас заразить всех зомби, людей, как там, что нам... нужно, но мы промахнулись, к сожалению, промахнулись. Так, смотрим зомбаков, людей, опа, М21, заражаем, и я хотел стать человеком, но, к сожалению, не смог. Лазерно-минные можем, кстати, ставить также здесь, на данном сервачке из-за зомби, установлен на максимум мин, мои мины здесь расставлены, поэтому я и не могу быстренько сейчас, ребят, быстренько, хотел сказать, я завалим сейчас его, но, к сожалению, не получилось. Давай, возрождение, быстрее, возрождение, опа, кричим просто, ребят, кричим. Вот этими волнами всякими. Нам нужно его завалить, блин, я хочу его завалить. Быстренько, изи просто. Но, к сожалению, не я, но все равно нормально, зачеркну, да. Нормальненько. Так, с меню привилегий. Что там, мы здесь можем через VIP меню взять, кстати, выжившего, да. Давайте возьмем, почему бы и нет. Все, я выживший. Миниганчик здесь какой-то слабенький. Ну, не то, чтобы слабенький, а смотрится как-то. Ну, блин, друзья. А, паутинка это нет у нас. Ну, здесь топор у выжившего совсем другой, не такой, как у всех людей. Ну, смотрите, он, конечно же, красиво и зачетненько. Так, сколько у нас? 1500 хп.
урончик у выжившего здесь, конечно же, такое себе, это прям вообще такое себе. Или я не попадаю, или одного... Нет, мы даже никого не завалили сами, к сожалению. Короче, такая вот тема, друзья. Такая вот тема, меню админа здесь ничего, супер админ меню. Вот бесконечно патроны могли здесь, в принципе, включить с вами. Супер админ меню, так, с выдачей привилегий сможете выдавать, если у вас будет владелец меню спонсора. Невидимо, скорость, гравитация, там, такие плюшки, короче. Ну, вроде бы все, ребят, на этой ноте тогда будем заканчивать с вами. Всем спасибо за просмотр, кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал и, конечно же, нажимайте на колокольчик. Ну, а с вами был Рамзи из Сидела, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, ребят. Пока-пока-пока. Tell me that you love me, even if